Эвакуация граждан Казахстана из боевых зон прекращена. В Комитете национальной безопасности страны сообщили о завершении гуманитарной спецоперации «Жусан». Сейчас в Сирии, Ираке, Афганистане еще остаются более 100 наших соотечественников. Но полной информации о них нет. Мероприятие по возвращению казахстанцев из зон террористической активности достаточно затратное, отметил сегодня заместитель председателя КНБ Нургали Белизбеков. Однако сумму не назвал. По его словам, Казахстан будет собирать информацию и отслеживать судьбу своих граждан, оставшихся в Сирии и Ираке. В прошлом году во время спецоперации «Жусан» из Сирии возвратили почти 600 казахстанцев. Из них более 400 – это дети. Эвакуация людей из боевых зон проводилась в несколько этапов. Женщины и несовершеннолетние прошли курсы реабилитации и адаптации. 43 человека понесли наказание за участие в террористических организациях. Еще 14 находятся под следствием. Мы 14 детей из Ирака вывезли, да? Вот последний был акт. Больше практически пока не планируется. Тех, кого мы нашли, те, кто изъявил желание вернуться, в том числе даже боевики, как вы знаете, мы всех практически вывезли. Вот. Поэтому, конечно, соответствующая работа продолжается.